Говорят, Стража Рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте возле рифта. Может, и мне стоит к ним пойти, а? Имперцы считают нас всех дикими зверьми. Я доказательство их невежества. Все в порядке? Приходилось слышать о тебе и твоих сладких речах. Имперцы думают, будто нам дались их законы. Я здешний медовар. Что за... Что тебе нужно? Я тебя прикрою. Ну, видимо, чего ты хочешь? Если это насчет медоварни, то поговорим позже. Что за безумие? Как ты смеешь меня в таком обвинять? Я тебя не понимаю. Что ты хочешь? Если пойдут слухи, что я с ней спал, ко мне на медоварне всякое уважение потеряют. Забирай знак, если хочешь. Не стоит он всех этих неприятностей. Ладно. Теперь я вернусь к работе. Добро пожаловать. Позволь посоветовать тебе черноверисковый мед. Лучший мед во всем Скайриме. Мы здесь предлагаем только лучшее. Черноверисковый мед. Принести тебе? Работать на нее – одно удовольствие. Мне почти неловко деньги за работу принимать. Да вот, как раз на той неделе мы говорили на медоварне. Как же нам повезло работать на такую щедрую семью. Ладно, слушай. Если узнаю, что я хоть одно неласковое слово сказал про медоварню или про семью, мне не жить. За этот год я уже четвертый, кто работает за дегустационным прилавком. Предыдущие три на дне озера Хонрик. Послушай моего совета и уноси ноги из Рифтона поскорее. Возвращайся к нам еще. Имперцы думают, будто нам дались их законы. Что, лень ходить, да? Ну тогда это самое для тебя подходящее место. Мне надо лошадей подковать, так что давай быстрее. Сколько уж лет меня так зовут. Я, считаю, вырос в седле, всегда любил коней. Но, естественно, я рос, и лошадки мои становились больше. Но как-то раз я по пьяни оседлал жеребенка, совсем еще маленького. Сломал ему хребет напополам, с тех пор и не садился в седло. Почему бы и нет? Сколько предложишь? Продана. Она твоя. Она уже оседлана. А, чего мне тут бояться? Одни слабаки прячутся за стенами. А я вам не слабак. Могу поспорить, что у меня самые сильные руки во всем Скайриме. А, похоже на вызов. Знаешь что? Как насчет маленького пари, чисто между нами? Ставлю полный кошель септимов, что побью тебя на кулаках. Ты ставишь столько же, и мы деремся, пока один из нас не сдастся. Только помни, деремся по правилам.
Никакого оружия, никаких фокусов. И никакой хитрой магии, соответственно. Ну, поехали! Ну, давай, посмотрим, чего ты стоишь. А! Кто тебя брал? Удачный удар! А! А! Ясно, не стоило сюда приходить. Просто не верится. Твоя взяла, значит. Вовсе нет. Иногда хорошо, что тебя ставят на место. Видно, надо поменьше хвастаться. Дороговато, больно. Ты замечательный друг. Это дорого стоит. А? Ты о чем говоришь? Я даже не знаю, что это такое. Мне не нужна дурная репутация в Рифтоне. Но Хельга совсем с цепи сорвалась. Сказала, что хочет попробовать на конюшне. Ну, я и согласился. Если тебе так нужен этот знак, то забирай. Ладно.
Имя богов. Даже и не знаю, что сказать. Прямо как в древних легендах. Такое и не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Слышишь? Нам нельзя останавливаться. Во имя богов. Даже не знаю, что и сказать. Как дела, Сапфир? Во имя восьмерых, тебе действительно удалось ее уговорить? Даже не знаю, что и сказать. Я и не думал, что кому-то в Рифтоне есть дело до меня. Вот, возьми. Думал, пригодится, если Сапфир придет по мою душу, но теперь мне это точно не понадобится. Я лучше пойду.
Недавно в городе, да? Небось, рыбалкой интересуешься? Рыбачить на озере Хонрик – одно удовольствие. Попробуй как-нибудь. Не имею ни малейшего представления, о чем это ты. Я в жизни ни с кем не лягу, кроме своей женушки. Что тебе нужно? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, это было только один раз, понимаешь? Кто-то выпивку подмешал. Я с тех пор в ночлежке даже и не появлялся. Просто забери эту проклятую штуку. Глаза б мои ее больше не видели. Лучший во всем Рифтоне. Мне принадлежит Рифтонский рыбный порт. Все началось с единственной удочки, а теперь мне принадлежит целое здание и две лодки. Не так уж плохо для Норда средних лет, а? Жаль только, что с нищетой в городе я не могу справиться так же легко. Невинор считает, я зря трачу время и силы, но я не согласен. Невинор, моя жена. Как мне удалось привлечь столь восхитительную женщину, это великая тайна бытия. Мы часто спорим по поводу моей благотворительности. Она считает, горожане совсем разленились и надеются только на милостыню. Я пытаюсь заманить ее на проповеди Марамала в храме Мары, но ей больше нравится ходить по магазинам. Все люди такие разные, верно? Да, полагаю, кто-то же должен. Ты видишь, в каком ужасном состоянии находится город? Нищета наводняет улицы, преступники разгуливают на свободе. Угроза войны заставляет торговцев сворачивать дела. Те жалкие монетки, что я бросаю в ящик для пожертвований в храме, это самое меньшее, что я могу сделать. Не забудь совершить пожертвование в храме. А, это ты? Опять будешь пытаться что-то у меня вымогать? Тебе удалось достать знаки у этих мужчин? Попытайся добыть эти знаки, не применяя насилия. Я не хочу быть виновной в их смерти. Или в твоей. А, это ты? Опять будешь пытаться что-то у меня вымогать? Если тебе нужен ночлег, то ты не по адресу. Что? Откуда? Откуда это у тебя? Нет, молчи. Знать не хочу. Давай ты останется строго между нами, ладно? Никому не нужно говорить. Если пойдут слухи, что я в Рифте не занимаюсь искусством Дибеллы, меня из города вышвырнут. Вот, забирай. И никому ни слова, особенно с Вани. И на что я надеялась? Тебе что-то нужно или как? Грязный карман. А? Тебе что-то нужно или как? Прошу прощения за беспорядок. Делать тут уборку та еще работа. О, я знаю. Великолепно, правда?
Готова спорить, она задергалась почище злокрыса, когда их увидела. Думаю, теперь здесь все заметно поменяется благодаря тебе. Вот, возьми это, пожалуйста. Это принадлежало моему отцу, но ты, думаю, найдешь этому применение. Иди, конечно. Тебе же на все наплевать. Я все еще здесь. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем.
колени. Сказал, используй мозги. Будто бы я знал, про какую коллегию он говорил. Но! Что это было? Что это было? Думаю, мне просто слышится. Я все еще здесь. Ладно, что мне понести? Показывай дорогу. Золото. Надо было догадаться, что она врет. Сказала, будет дева прекрасней заката весной на старинном Стоснкай. Тут кто-нибудь есть?
Иди в колени. Сказал, используй мозги. Будто бы я знал, про какую коллегию он говорит. Хороший рейд. Больше ни за что не пойду в эту бою. Лучше помру, чем сдамся. Может, заплачу свой штраф. Приду в город равноправным. Для нам общества. Тупые пчелы со своим тупым медом. Мне бы чуть-чуть умы. Привозной. Последний разок. Так, чтоб деревяшку в золото. Карманные
Надеюсь, ты прибыл сюда не в поисках работы на шахте. Наконец-то! Я им уже давно письмо написал. Элгрим этот, он штаны надеть забудет, если жена ему не поможет. Вот, держи. Передай Хафьярк. Пусть она сама назначит справедливую цену. Когда-то это была обычная железная шахта. Сколько лет уже работает? А прямо перед тем, как приползли пауки, мы там нашли кусок руды. Я такого никогда не видел. Я хочу знать, что это вообще такое, прежде чем выковыривать это из земли. Там пауки кишмя кишат. Чуть нас грагмаром не сожрали, когда вылезли. Я боюсь, что скоро они проголодаются и вылезут из шахты. Вот тогда будет настоящая беда. Толку от них, как от пятого колеса в телеге. Что-то ляпнули про то, что высматривают вражеских солдат. И, мол, какой смысл им тут караулить, если от шахты никакого проку? Идиоты. Знаешь что? Сдержишь свое слово, и все, что я наскребу, все твое. Приперлись и стали тут жить. Буквально за ночь. Даже не представляю, откуда они вылезли. Пока никто не пострадал, и из шахты они не вылезают. Но кто знает, что будет дальше. Если шахта не заработает, городу крышка. Только лучшее оружие и броня. Я не хочу быть повинным в твоей смерти. Будь осторожен, Шарт. Дай-ка угадаю. Кто-то украл твой сладкий рулет. Не испытывай меня, эльф. Thank you.
бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. Противные надоеды, так ведь? Все? Все до одного? Да быть того не может. Теперь мы снова откроем шахту. Камень Шора снова появится на карте. Пожалуйста, возьми это в знак нашей признательности. Не будь глупцом. Камень — это наша жизнь. Броню гильдии воров я и в темноте узнаю. Ты никого не одурачишь. На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Я могу решить твои неурядицы со стражниками, но придется заплатить. Что скажешь? Как хочешь. Но советую подумать, как избежать ареста. За бесплатно тебе это с рук не сойдет. Что ж, награда за твою голову небольшая. Ладно, проваливай с глаз моих. Но я тебя не забуду, зараза. Запомни. Думаешь, ты крутишься? Работать в шахте тяжело, но мы хорошо платим за любую руду. Там повсюду этот растреклятый красный туман. Ни хрена не видно дальше вытянутой руки. Но если ты чуешь жилу нутром, как я, проблем не будет. Пусть дорога будет милостива к глупцам. В таких местах идет настоящая работа. Кровь и пот — вот на чем держится мир. Добыча железной руды требует немалых сил и особых инструментов. Только за последние полгода я сломал 5 или 6 кирок. Но теперь, когда у меня есть камнебой, я буду проходить сквозь породу, как нож сквозь масло. Процветание тебе и твоим детям. Неуважение к закону, неуважение ко мне.
Если в кошельке звенят монеты, то ты в нужном месте. Присаживайся. Я немного занят, но если тебе понадобится зелье или ингредиенты, скажи. Тебе удалось добраться до камня? Спасибо. Я заставлю Элгрима заняться этим сразу же, как только у него появится свободная минутка. Вот, он тут сделал тебе кое-что в дорогу. Вспомни про нас, если нужны будут припасы в дорогу. Очень хорошее зелье. Молодец. Ты здесь как Ингун? Ради занятий? Или хочешь что-то купить? Да-да, прощай. Еще раз спасибо за доставку этого образца руды. Вспомни про нас, если нужны будут припасы в дорогу.